from Monolith Productions, Vice President of Creative, Michael DePlatter. Короче, здорово всем, ребятки, и, короче, я немного приболел, как всегда. Они выпустили E3 Stage Demo, то есть Demo Stage, получается, это типа что-то вроде демки, которая даст понять, что стоит ждать типа новостей на неделе E3, то есть это неделя E3, которая будет проходить, они о игре нам будут активно типа все рассказывать, типа все говорить, да, там, ну, если бы я был там, ну, типа, где они там, в Лос-Анджелесе или где, типа, можно было охуенно поподходить, вопросы позадавать, а так, довольствуемся тем, что есть. Да, я постараюсь переводить, что смогу, но я ж, блядь, все-таки нахуй не америкос, будем, блядь, что-то, ну, если на каком-то моменте будут, как бы, ну, блядь, как их назвать, такие пропуски, да, то я просто ебал впадлу вообще. Humiliate me. You left your mark on me, but it didn't work. You burned my mind. I'll kill you. Until this moment, you have not known suffering. Он их пытался затаймить, но, короче, ни на ком из них это не сработало. А сразу видно на Xbox ролик, где Оби лагает. Сейчас эти Xbox-ные котятки начнут мне дизлайки ставить. Посмотрим, сколько их вообще у меня на канале. Короче, хватит с тебя, Брюс, сейчас я тебя убью на глазах у всех. It's about sizing up a situation that's bloody impossible and saying, yeah, all right, I'll have a go. I'm exactly the same way. Короче, говорит, ты, блядь, всегда такой оптимист, ты, блядь, не видишь разницы, типа, в размерах ситуации, типа, и ты так легко говоришь, типа, ха, я сейчас пойду его убью, то, типа, я поступлю так же. Ебать, он так легко его убил. Ебать, у обычных вообще есть шансы против Олахаев или нет? Хотя, может, это заскриптовано. У них сила одинаковая. Типа, 19-20. Скилл что? Skill unlocked, dominate captain. You can recruit captain as followers. To recruit captain, attack him until he... Ну, короче, понятно. Открылся... In Shadow of Mordor, we introduced a way to create unique personal stories. Типа, в Shadow of Mordor мы создаем истории для каждого игрока уникально. Мы охуенно увеличили Nemesis System. Опять он ее, сука, хвалит. Две самые крутые штуки в этой игре, это типа то, что мы можем собирать армию и потом типа нападать на крепости, которые, ну, под влиянием Nemesis системы, то есть в реальном времени не меняются и зависят от капитанов и оверлордов. Типа. Он уже, блядь, я вижу прокачанный, потому что это последний скилл, вот это типа блокировка призраком. Типа, сейчас мы типа затаймим этого дебила, а потом пойдем крепость пиздить. Да он прокачан полностью, блять. Они опять навесили эти бесконечные хп, блять. Сучары. Ну ебать, естественно, у них шансов нет против полностью прокачанного Талиона, блядь. Ну, у него даже хп не отбавилось. Че отбавилось? Типа, ты неплох, но тебе нужно, блядь, но тебе нужно иметь больше силы, чтобы сделать меня. Он его ударил. Он Урука ногой ударил, Урук сдох, и этот бежит к Талиону такой, неплохо, рейнджер. Типа, следопыт, походу, да? Вау! На них можно залезать. Написано Holder B to mount stunned Olaf. Типа, можно залезть, наверное, ему на голову. И, короче, типа, вот такой ты-ды-ды-ды-ды по голове надавать. Типа, как
Когда ты Урука сваливаешь, Талион типа над ним так становится, и призрак включается, они так поебал, на 20 киллов, блин. 20 этих хитпоинтов дают. Бля, ну вы так сделали, легко, пиздец. Разница в силе просто заметна. Ты служишь светлому властелину. Bright Lord, Dark Lord, same thing, really. Говорит, темный властелин, светлый властелин. Да, блядь, похуй, одно и то же. Типа, мне похуй, кому служить, лишь бы вырывать спины остальным, типа, блядь. Так что, ну, типа, я побеждаю в любом случае. Name's Bruce. From here on out, I will be your shadow. No one gets to you without my say-so. Типа, я буду твоей тенью, типа, и жди меня на своей стороне всегда, типа. Worry about my enemies. They will all follow eventually. Типа, не волнуйся о моих врагов, они скоро все сдохнут. Об моих врагах. Типа, чтобы заявить о себе, ну, типа, в Мордоре, тебе нужно, типа, поставить свой флаг. Типа, тут недалеко есть крепость, типа, и давай, типа, нападем. Deadly smart, which, well, I guess you'd have to be given the two heads. You take him down. Типа, убьешь оверлорда, отправишь сообщение Саурону и заявишь о себе на, на весь Мордор, типа, я не буду делать это один. Соберись армию, типа, сделаю, типа. Вау, у них даже молотки есть, пиздец, он мне так нравится. Metal beater. О, блядь. Этот урод какой-то, убить его вообще. Удалите его из армии. Вау, каменный череп. Астармо. Бля, классный чел. Что у нас тут на карте есть? Есть две какие-то миссии. Есть Талион, есть глаз какой-то Саурона, есть миссии наших пидорасов. Видимо, когда они заполняются полностью, типа, можно будет захватить крепость. Есть аванпосты, есть задание с капитанами. Знак какой-то римский, типа, рыцарей. Потом опять капитаны. Ну, какая-то миссия, наш ивент, потом аванпост, опять сауронская хуйня. Это, видимо, какие-то, типа, пасхалки, чешо. Миссия, типа, твоя армия готова, типа, это время победить легендарного вождя и, типа, захватить Нурн и, типа, заявить о себе на весь Мордор, типа. Мы увеличили, типа, систему, короче, расширили Мордор. Тут есть Киритон Мул, типа, Сарагост, мы заполнили, типа, этот мир, ну, живностью, но, типа, чтобы орки там что-то делали. Создавали, типа, племя, типа, потом добавили кучу животных. Типа, ты, блядь, разрубил меня пополам и, типа, кинул меня умирать. Но я выжил. Больше, чем это, типа, я типа, ожил. Мои братья, блядь, склеили меня. Ебать, он, сука, Франкенштейн, чешо. Типа, склеили меня, типа, и я. И теперь я, типа, сильнее. Чем был. Ты создал машину, типа. Смерти, типа, да? Ладно. Ебать, он его молотком. Нихуя себе! Готово гир, блядь! Ну как он, блядь? Как он, сука, полностью прокачан и не отбил этот удар? Инвалид, блядь! Агузок! Как он, блядь, не отбил этот удар, сука, инвалид!
Если он сейчас сдохнет, я нахуй закрываю это видео и просто, блядь, все, удаляю этот канал нахуй. Просто я ебал. Не, я О, отбил. Слава богу, блядь. Я понимаю, типа, что типа для людей, для зрелища, но, блядь. Просто ебанутый инвалид. Опять одни хтами через эту кубку. Я хочу посмотреть захват. Зачем мне вот этот Б нажимать? Ну, блядь. Может, его нельзя взять захват? Типа, мы используем его способности, типа... Ну, при, ну, типа, лучше его не убивать и использовать его способности, типа, против врагов. But before we charge headfirst into battle, we should plan our attack and select our followers. Ну, выбрать вся хуйня, мы это уже видели. Денег по старту, по идее, быть не должно, у него 50 тысяч, блядь. Говорю, продвинутый подсад. Уже и броня, блядь, нестандартная, это уже видно. Короче, это, блядь, непереводимое искажение звука. Моя чё, типа, черный язык Мордора, типа, плохой? Вообще-то я не понимаю ни слова. Типа, я не понимаю ни слова, но он типа сказал. Я думаю, что он сказал, типа, вы умрете в ужасных муках. Я займусь оверлордом, а вы типа займетесь охраной. Чё это, блядь, такое? Что? Чё у них с рылом? Где нахуй? Нахуй. Чё у них с рылом вообще? Чё у них с рылом? Это везде такое? Я чё не видел? Не, ну это альфа, да? Но... Здесь рыло не видно. Здесь всё нормально. Ебать, что? Что с ним не так, блядь? Он такой... Что это, блядь? Что? Что это, сука, такое вообще? Вы о чем думали, нахуй? Ну вот этот не разобрать вообще, что он говорит. На монумент, блядь! Ну, он не это сказал, но он типа в атаку, да. Ну и все. Куча, типа, ну, бесконечное количество вариантов пройти свой путь. Мы не можем дождаться, чтобы не показать вам больше на этой неделе, типа. Короче. Спасибо большое. Так стесняется, мило, пиздец, смотрите. Типа, знаешь, это лицо, типа, блять, я сказал на этой неделе, да? Не, ближе к концу лета, в августе покажу вам больше геймплея. Ну, в натуре же, ну, он такой, бля, сука, ну, на этой неделе, ну, даже не знаю. Бля. Ну, короче, я буду держать вас в курсе на этой неделе обязательно, но прям любую инфу буду кидать. Буду смотреть, там, Оскар, если что, там, что-то кидает иногда. Ну, иногда что-то полезное даже. Так вот, типа, видос без лагов будет в описании.
Все, инфу я как бы донес, да? Вся хуйня, вроде тут больше ничего нету. Ну, это как бы и три. Вот, красивая вся хуйня. Горы там. Ну вот этот быстро слился, хотя у них сила 19-19. Еще что заметил? Когда он нападает на крепость, пишется 88, да? А когда он нападает, ну вот, типа идет по... Вот, пишется 89. Тоже непонятно. Хорошо, в общем, видос будет, ссылка на видос официальный будет в описании. Я буду держать вас в курсе. Бля, ну шутка про Xbox, конечно, блядь. Сейчас будем смотреть, сколько там будет дизов. Посмотрим, сколько пользователей Xbox бомбануло от моей шутки. Ну хорошо. Вы если что, ну извините меня, да, я как бы не хотел, но вот так получилось, в общем. Все, буду держать вас в курсе.